Мировая лига смешанных единоборств возвращается в северную столицу. 4 декабря. Грандиозный турнир ACA 133. Бой за титул чемпиона ACA в полутяжелом весе. В его графе 0 поражений. Чемпион ACA. Непобежденный король борьбы Муслим Магомедов против опасного ударника Григора Матевосяна. Классика ММА. Давний спор ударника и борца. Школа разная, цель одна. Билеты на ACA. MMA.com.